Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Давайте ненадолго перенесемся в детство. Наступили долгожданные каникулы, и вас отправили в село, бабушки или дедушки. Ранним утром бабушка посылает вас в магазин купить хлеба. Вы легкой походкой в припрыжку бежите в магазин, покупаете буханку хлеба-кирпичика. Помните вкус этого кирпичика? Приходите домой, и о чудо, половины горбушки хлеба нету. Бабушка не очень довольна. Друзья, наверняка многие люди моего поколения делали вот именно то, что я сейчас описал. Тот замечательный вкус сельского кирпичика на сегодняшний день, ну не знаю, последние 20 лет я такого хлеба не пробовал. Мы с Ларисой долго экспериментировали и воссоздали нечто подобное. Да, я сразу же говорю, что именно вот точно такой, как в 80-е годы в селах продавался кирпичик, не получился у нас. Но получилось максимально близко. Очень похоже по вкусу. Я тот вкус, он для меня ассоциируется со вкусом детства. А потом, когда бабушка наливала кружку молока, я брал эту горбушечку, когда уже отрезали ее. Я очень любил горбушечки. Я реально горбушечку по дороге домой сгрызал. А вторая горбушечка оставалась. Я ее брал, наливал сельского масла, такого сильно пахнущего. Сверху посыпал солью и ел такой бутерброд с молоком. В общем, друзья, приготовим кирпичик родом из 80-х. Замечательный хлеб. Оставайтесь с нами, будет интересно и, главное, вкусно. Для приготовления хлеба нам понадобятся хлебопекарские дрожжи, сахар, соль, растительное масло, водичка температурой 37-38 градусов и мука. Мука пшеничная высшего сорта, да? Мука пшеничная высшего сорта. Я у Ларисы переспрашиваю, пока она там оператором работает. Так как хлеб дрожжевой, приготовим опару. Для этого в первую очередь теплую водичку добавим, сахар. Кстати, хотел сказать, что, как обычно, все ингредиенты и точный пошаговый рецепт вы найдете в описании видео. Размешиваем сахар до полного растворения. Рассыпаем по поверхности воды дрожжи и даем им регидратироваться в течение 5 минут. Сразу не размешиваем. Дрожжи регидратировались. Вносим соль. Размешиваем. И начинаем потихонечку вводить муку. На вопрос, как себя чувствует ваш тестомес, отвечу: хорошо себя чувствует, отлично работает. Но хлеб в небольших порциях, вот таких вот, как мы делаем сейчас, а, кстати, делаем мы одну буханочку, предпочитаю месить руками. Вообще, я недавно начал работать с тестом, ну вот, замешивать тесто, так сказать, общаться с ним на «ты». И мне это очень понравилось. Поэтому я считаю, что тесто, особенно для хлеба, нужно делать только руками. Ну и, конечно же, незабываемый антураж муки по всей кухне. Тестомес, вот вся кухня, вся одежда, все должно быть в муке. Тестомес такого эффекта, к сожалению, не дает. Вымешиваем тесто вначале ложечкой. Теперь вводим сюда растительное масло. Ложечка перестает быть эффективна, поэтому начинаем месить руками. Вымешиваем минут 5-7. И вот через минут 5 я покажу, какого результата мы достигли. Через час тесто подошло. Видите, как хорошо подошло, как много его стало. Ну, хорошо, что спасибо, что не полезло через верх. Друзья, форму смазали сливочным маслом. Теперь надо аккуратненько это дело скрыть. Опа. Тесто. О, у вас тесто убежало. И обминаем его. Вот таким вот образом. Извлекаем тесто из... Не очень хочет извлекаться из
емкости. У меня еще нет достаточного опыта, друзья. Лариса делает это все очень-очень так круто. У меня получается пока не очень. И распределяем его равномерно по формочке. Вот таким вот образом. Оставляем подходить. Сейчас накрою его опять-таки пленочкой. И оставляем подходить где-то минут на 40, на час, пока тесто не заполнит полностью форму. То есть, ну, оно, если его оставить на дольше, оно просто полезет. Нам надо, чтобы оно вот так вот... ну, я покажу, в общем, до какой степени его надо держать, чтобы оно подходило. А пока так вот оставляю, пусть подходит. Хлебушек подошел, и теперь в форме выглядит вот так вот. Аккуратненько снимаем пленочку, чтобы тесто не опало. И помещаем на запекание в духовой шкаф при температуре 200 градусов на 25 минут. Включен верхний и нижний нагрев. Конвекция не нужна. Через 25 минут достаем хлебушек из духовки. В силу того, что я первый раз формировал буханочку, она у меня получилась кривовастенькая немножко. Но ничего страшного. Зато будет вкусное. Помещаем хлеб на решетку, чтобы он остыл. Не ложите его ни на какую плоскость, ни на тарелку, ни на досточку, потому что он подмокнет из-за конденсата. Вот так вот на решетку. И даем хлебу остыть до... Ну, вообще остыть. Говорят, что даже горячий хлеб вредно кушать. Хлебушек остыл, и сейчас я сделаю то, за что меня... Вы слышите, друзья, как он хрустит? За что меня всегда ругала бабушка, и сейчас я смотрю, Лариса на меня уже смотрит. Я сделаю вот так вот. Посмотрите, пожалуйста. Реально, он точно такой, как был в детстве. Вот, как был в том сельском магазине, куда нас отправляли за хлебом. Сейчас я расскажу, какой он на вкус. Если кто-то мне скажет, почему хлеб поломанный значительно вкуснее, чем порезанный, я буду очень признателен. Или это только для меня так? Вот. Теперь сюда полить подсолнечного масла первого отжима. Сольки. Это просто нечто, друзья. Ароматнейший, настоящий сельский хлеб из моего детства. Он так вкусно пахнет, вот он пахнет растительным маслом первого отжима, за счет того, что масло мы добавляли в муку. Это просто фантастика. Друзья, с удовольствием вам представляю рецепт кирпичика. Пробуйте приготовить, удивите своих близких, своих родных. А может быть, у вас остались еще там бабушки, дедушки, которые тоже помнят этот хлеб и помнят, как вас посылали в магазин за хлебушком. Можете удивить их. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте комментарии. На все вопросы мы с Ларисой ответим. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А мы готовим для вас новые интересные сюжеты. Пока!